Здравствуйте. В моем доме поселились бомжи. Выходишь на лестничную клетку, а там подретузная вонь. Они, значит, сидят, едят, пьют, спят и расстелили себе картоночки для удобства. Хорошо, тепло. Если вы столкнулись с такой же ситуацией, то смотрите мое видео, оно будет для вас очень полезно. Очень многие жители, к сожалению, не знают о том, что лестничная клетка, чердаки, подвалы, где могут обитать эти бомжи, являются общим имуществом. И за обслуживание этого имущества мы платим ежемесячно квитанции об оплате в управляющую компанию. Ай-яй, это ужас, вонь ужасная. Ваши снимаем. Смотри, открывается уже. Вот кто не убирает, зачем не убирать? Вот это наша управляющая компания. Это Саня везде. Вон она. Весь сали здесь. Вон, говно весь вся. Это же говно, ты знаешь? Пойдемте. Пойдем. Ну, даже боюсь трогать-то. Так, поступили жалобы, что в доме сидят бомжи. Сейчас мы их проверим. Если они... Вон, они здесь живут у тебя. Есть, то мы дозвоним. Да, он палка стоит, а его нет. Он будет лежать. Он лежат тут. Вон, перчатки, гаечки. Это ужас. Пойдем, пока не ушли. Они сейчас уберут. Вон они, слышишь? Вон, 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 смотри. Снимай. Залежу, лежу. Вон, вон. Вон он, идет. Ого, ужас. Здрасте, а вы кто? Вам тут удобно? А вообще? Вон. 14-й. Господи, сижу. Там еще женщина лежит, охренеть, блин. Сколько у вас здесь? Тут еще секс идет, ебан. Вот, 4 человека. Офигеть. Че ты бубнишь? Самим бороться с бомжами не нужно. Не нужно их трогать руками и не нужно их пытаться выгнать из подъезда. Для этого мы платим денежку из наших налогов таким службам, как полиция. Такому человеку, как участковый полицейский. Пользуйтесь оплаченным сервисом. А что тогда вы там не сдали? Скорее всего, с первого раза выгнать бомжей у вас не получится, но для этого не поленитесь. Выйти на лестничную клетку, посмотреть их присутствие, если они там есть, звоните снова в полицию. Ну, тут никого нет. Нет никого. Здесь только бардак вот этот. О, фу. Вы себе представить не можете, какой здесь запах. Таким образом, со второго, с третьего, с четвертого, с 20-го раза вам удастся выгнать их навсегда. Не сдавайтесь. А вы же тут сидели? Да. Что, все? Все. Так что, ребятки, звоните в полицию. Если видео было для вас полезно, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.